Вот такой гидропосевчик. Нижний солнечный. Оставшиеся дачи. Там дальше госпиталь и курган на госпитале. Вот он, курган на госпитале. Вот он, курган на госпитале. Который разрыли и заново весь сверху насыпали. Теперь задание Николая Николаевича. Алекс Юстасу. Вот эта дорожка, которую дачники облюбовали под подземный переход. Над автоподходом. Ну, многие уже сейчас говорят, трасса Таврида уже. Не автоподход, трасса Таврида. Сегодня ветерок дует. Тропы. Сюда не зарастет народная тропа. Идти можно. Где-то здесь 1,50 м, 1,60 м. По ширине нормально, по высоте не очень. Как не вспомнить, как называлась Керчь. По-тюркскому Керчь, перевод — это потусторонний мир. Вся Керчь раньше, да и сейчас, стоит на подземных каменоломнях, откуда добывался камень. Там и улицы есть, и все. А наши дурачки не пользуются этим. У нас есть Юстианский водопровод. Это в центре города. Потом как-нибудь специально расскажу об этом. Вон здесь даже люди, здесь грязь хорошая. Уже классная грязь. О, проваливает. Смотрите, подложили бумажечки, чтобы легче было проходить. Ох, аж чавкает. Ну, в принципе, вот такая ерунда. Ходить можно спокойно. И как деревья, дровишки положили. Короче говоря, голь на выдумке богата. Такое металлическое убранство этого тоннеля. Интересно. Здесь перед открывателем девушка
журналистка прошла его. Ну, видели, даже нету решетки, ничего сейчас. Заботливые люди все убрали. Дача, которая непонятно, там что-то 6,5 соток узаконенных, остальная земля как не узаконена, компенсацию дали, женщина там, хозяйка что-то судится с ними. Все убрано, расчищено, только это монументальное здание осталось стоять. Вот мы вышли на другую сторону автоподхода. Да, сюда не зарастет народная тропа. Это, конечно, близкий путь. Могли бы предусмотреть, сделать там для прохода нормально, да и все. Вот. Один дачник вылез с велосипедом. Другая женщина идет. Вот так люди здесь и ходят. ЖД подходы. Чуть-чуть какое-то шевеление есть. Люди украшали. Симпатичное такое небольшое строение. С подвальчиком мало. Все как надо. Ну, не судьба. Thank you.
дачи. Они здесь большой, большую территорию занимают дачи. И вот там работы ведутся. ЖД-подходы. Скоро здесь закипит работа. Вся ночь там что-то под цементные сваи какие-то забивали. Вот так вот как-то она пойдет, эта дорога, параллельно автоподходу. Видите, какой разрыли холмы, и вид открывается на море. Здесь огромные холмы были. Вот сейчас и здесь разроют. Цементная слободка. Увеличение, дёрг-морг начинается.